Привет, это Эдуард Браш. Мы продолжаем серию уроков по Photoshop. И сегодня я покажу вам, как сделать легкую цветокоррекцию. Итак, мы открываем снимок, делаем новый слой, заливаем его вот таким вот светло-желтым цветом. И режим наложения меняем на мультиплей. Таким образом, мы воздействуем на светлые участки. Мы их сделали теплее. Теперь сделаем новый слой и зальем его вот таким вот темно-синим цветом. Режим наложения поменяем на Lighten. Таким образом мы воздействуем на тени и на темные участки. Можем это все забросить в группу, чтобы потом воздействовать на прозрачность того, что мы сделали. Итак, вот как было, вот как стало. До новых встреч!